Со следующего года заниматься нанесением разметки на дороге столицы городские службы будут своими силами. Напомним, ранее эту работу выполняли частные компании. Теперь полномочия перейдут комбинату по благоустройству. На эти цели в бюджете уже предусмотрено 27 миллионов рублей. Для выполнения работ по нанесению дорожной разметки запланировано создание двух бригад. Для осуществления работ необходимо приобретение специализированной техники в количестве 2 единиц на общую сумму 15,8 миллиона рублей. Закуп техник планируется в январе, поставка в марте 2023 года, чтобы начать работы по нанесению разметки с 1 мая. Также в комбинате по благоустройству будут отвечать за содержание дорожных знаков, пока их планируют закупать, а позже производить самостоятельно.